4-й Европейский православно-католический форум религии и культурное многообразие «Вызовы христианским церквам в Европе» проходит в эти дни в Минске. В Беларуси собрались делегаты из 22 стран мира. На повестке дня совместный ответ неолиберальным вызовам, исходящим из секулярных идеологических установок власть имущих западного мира. Подробности из Беларуси. Тренто в Италии, Родос в Греции, Лиссабон в Португалии. И вот 4-й раз межконфессиональный форум встречает Минск. Религия и культурное многообразие – вызовы христианским церквам в Европе. Православно-католический форум собрал в белорусской столице свыше 40 иерархов ведущих конфессий из 22 стран мира. В Беларуси, географическом центре Европы, в эти дни обсуждаются центральные проблемы духовной жизни континента, которые ранее называли христианским. Сейчас происходит отказ многих европейских государств от христианского наследия. И не может не волновать то, что господствующая идеология на Западе становится, по сути, атеизм. Или такая форма плюрализма, которая предполагает, что религии нет места в общественном пространстве, что религия может существовать только на уровне частной жизни отдельных индивидуумов. И нас такое положение, конечно, не устраивает. Мы считаем, что христианские церкви должны иметь право озвучивать свою точку зрения, в том числе в общественном пространстве. Нас очень глубоко огорчает, когда вводятся законы, которые противоречат христианскому нравственному учению, не только христианскому, а вообще традиционной нравственности, на которой на протяжении веков строилась жизнь людей. Например, когда однополые союзы пытаются приравнять к бракам, и, по сути дела, происходит сознательный и систематический демонтаж традиционных семейных ценностей. Ряд тревожных сигналов свидетельствует о том, что с Европой, отрекающейся от своих христианских корней, происходит что-то неладное. И это просто заставляет православных и католиков действовать вместе. Это и кризис семьи, это и кризис життя, девальвация життя. Это и кризис семьи, кризис жизни, девальвация жизни, моральные кризисы, зависимости, алкогольная, наркотическая или также эвтаназия. Эвтаназия сегодня дошла до того, что в Бельгии, такая католическая страна когда-то была, сегодня в ней принимается закон, что можно проводить эвтаназию детей. Что этот ребенок понимает? Что ему взрослые скажут, то он и принимает. Это те проблемы, под которыми мы сегодня стоим. И как христиане, католики и православные, не можем стоять в стороне. Если не будем в центре этих проблем, будем похожими на тех, кто стоит на вокзале. Поезд отходит, а нас в нем нет. Мы пастыри, мы представляем церковь. Мы учим людей. А в этом поезде остаются люди, которые останутся без учения церкви, без евангельского учения. И они оставлены сами себе. И как они решат эти проблемы? Куда их этот поезд завезет? Мы должны быть в этом поезде. И сегодня мы вместе стараемся в нем быть. Сегодня, к сожалению, Европа дехристианизируется. Понимаете, отходит от христианских ценностей. Вот. Поэтому наша задача как-то вот об этом заявить, сказать, предупредить. Друзья мои, не уходите, не уклоняйтесь от тех путей христианских, по которым жили многие-многие поколения. Ну и будем надеяться на вашу объективную информацию, освещение. Вот. И я всегда говорю, что пресса может быть даже уподоблена равноапостольным. Если вы будете помогать правильно освещать, объективно рассказывать о том, что происходит, если вы будете хорошие сюжеты показывать людям и призывать их к доброму, хорошему, значит, и вы будете нести вот это очень важное зерно просвещения. Цель форума – консолидация христианских сил Европы для совместного евангельского свидетельства современному миру, повторили организаторы православно-католического форума на его открытии в Белом зале храма памятника в честь всех святых и в память о жертвах спасению Отечества послуживших. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Минск, Беларусь при поддержке компании «Шате М+.»